Facebook делает шаг в мир крипто. Компания выпустит собственный блокчейн-бейст токен, с помощью которого пользователи смогут совершать переводы и покупки внутри платформы. Идея родилась после создания рабочей группы по изучению технологии блокчейн. Напомним, что новая рабочая группа под руководством начальника Messenger и бывшего президента платежной системы PayPal Дэвида Маркуса будет изучать, как технология блокчейн поможет улучшить Facebook. В случае реализации идеи, криптовалюта Facebook сможет присоединиться к ведущим криптовалютам с большим количеством активных пользователей.